Так, всем здравствуйте. Я решил записать две подряд серии по Door Simulator. Вот. Кстати, еще одно видео вышло на канале. Идите, смотрите. Она очень прикольная. Я там обозревал новую игру. И мы в нее будем еженедельно играть. А вот в Door Simulator мы где-то две серии в день. Ну, через день, короче. Послезавтра будет еще одна серия. Так. Я просто прошел один уровень уже. Сейчас мы будем играть в библиотеке. Как я обещал в первой серии. Наш охранник сейчас замерзнет нахер. Опа, отопление, отопление. Фух, отопление. Еще 42 человека надо впустить. За это время мы успеем похолодать. Успеем похолодать тут. Да и мы можем заморозиться, как статуя. Так, 19 человек осталось, ребятки. Следующий уровень. Сейчас реклама будет, я поставлю на паузу. Так, я вернулся. Так, реактор и Линдвин. Все, погнали. До 8 уровня доиграем и все. Я просто в этой игре однообразный, так сказать. Однообразный геймплей. Вот. Из-за этого где-то серии 5-6, может даже 10 выйдет на канале. Хотя может даже больше, потому что мы ведь будем играть на всех локациях, которые есть в этой игре. Если хотите продолжение, пишите в комментариях. На 10 подписчиков. Так, я вернулся. Попробуем еще раз пройти уровень. У нас охранник замерз. Пишите в комментариях, кто играет в эту игру, или кто уже прошел полностью игру, то есть открыл все локации и все такое. То пишите в комментариях и напишите, как лучше действовать. Просто я просто все время нажимаю, и либо наши посетители злятся, либо мы замерзаем. Вот это не круто. И может какая-нибудь тактика есть. Типа, чтобы успевать отапливаться, и может еще при этом успевать открывать двери для посетителей. Вот зачем столько людей ходят в библиотеку? Не, ну я понимаю, типа почитать все такое, но их слишком много. Миллионы семей уже попробовали улучшенный фруктовый сад. Узнаем, что они думают. Ваш вкусный вкус. Этот сок точно не пейте. Он плохой. Да уж. Да уж. Шутка так себе была. Турбина и коньяк. Коньяк. Сделанный из мочи лошадей просто. Вы посмотрите, время замедливается. Вау.
Простите, это типа звук вот этих ускорителей. Фух! Мы чуть не проиграли. Еще 40 человек. Охереть. Немного передохнули, теперь дальше впускать посетителей. Семь человек, давай. Так, ну на этом мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока.